Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити на тему житлово-комунального господарства Миколаївської області. Разом зі мною начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації Євген Гладков, а також головний інженер обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Віталій Бородін. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, і тому ви можете поставити запитання нашим шановним гостям за номером 76-92-42. Отож, доброго вечора, ми переходимо до нашого першого питання. Давайте поговоримо про підсумки минулого року для ваших профільних галузей. Яким був рік для теплогенеруючих підприємств і для житлово-комунального господарства області. Прошу. Спасибо, Александр. Всех наших телезрителей с новогодними праздниками, с наступающим праздником. Итоги года, прежде всего, надо характеризовать и с точки зрения финансового обеспечения. Необходимо отметить, что децентрализация финансового ресурса, которая уже произошла в текущем году, дала свои положительные результаты. Мы это видим в том финансовом ресурсе, который был направлен на отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Это почти 500 миллионов гривен. Необходимо сказать, что со стороны государства была в прошлом году надана поддержка и нашим предприятиям теплоснабжения, и водоснабжения, водоотведения в виде возмещения разницы в тарифах тоже на достаточно серьезную сумму. Это 100 миллионов гривен. Поэтому были все предпосылки и подготовить жилищно-коммунальное хозяйство к зиме, и как бы проходить этот период. Я хочу сказать, что уже в 2015 году стартовали наконец-то вот долгожданные наши инвестиционные проекты, самые глобальные по Николаеву водоканалу, по Николаев облтеплоэнерго. То есть уже есть реальное финансирование, оно небольшое по сравнению с тем общим финансовым ресурсом, который предусмотрен на проекты, но тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки, и мы начинаем активно двигаться в этом направлении. В части вот постановочных задач, которые были поставлены со стороны главы администрации, его первого заместителя, была налажена активная работа с инвесторами. То есть частный капитал пришел, уже не побоялся вкладывать деньги в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Пока этот ресурс, можно сказать, что, в общем-то, скромный, он исчисляется там порядка на 2-3 десятка миллиона гривен, но, тем не менее, уже конкретные результаты этой работы есть, конкретные объекты реализованы, они были направлены в первую очередь на внедрение альтернативных видов топлива, и уже в этом отопительном сезоне работают и показывают положительные результаты. Необходимо сказать и не забывать о том, что был реализован достаточно такой интересный проект по установке биогазовой когенерационной установки на Николаевском полигоне твердых бытовых отходов. Мы все помним, что прошлые годы самого сгорания городской свалки приносило много проблем жителям и Большой Коренихи, и Варваровки, то есть Заводского района. Я так думаю, что мы уйдем от этой проблемы, уже ушли от нее, и добываем газ, вырабатываем электрическую энергию. Это тоже проект с участием американского капитала при поддержке Государственного ощадного банка Украины. Поэтому мы его торжественно открывали вот в начале отопительного сезона. Дают свои положительные результаты. Если говорить, конечно же, о прохождении отопительного сезона, мы его начали своевременно. Если многие помнят, это было 12 октября в области массово начался отопительный сезон. Слава Богу, мы его проходим без таких серьезных катаклизмов и аварий. Ну, погода нам сопутствовала, пока была более-менее нормальная. Мы пережили вот определенные, скажем так, неделю серьезного похолодания, практически до минус 20 градусов. В этот период, не скрою, были отдельные моменты. И все наши службы, у нас была аварийная ситуация на котельной по адресу Карпенко 20, но
благодаря вот своевременным действиям и слаженной работе эта авария была своевременно устранена, то есть и тепло было восстановлено. Давайте зробимо паузу і послухаємо наш перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Говоріть, ви в ефірі. Технічний збій, я думаю, що наш глядач нам ще додзвониться. Важлива програма огромна, в частності у господина Бородина. Но почему-то она не выполнена по установке тепловых счетчиков. Можете пояснить, почему? Теплові лічильники, ми забігаємо наперед, але прошу. Дякую за запитання. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Да, у нас инвестиционная программа, которую мы планировали в рамках этой инвестиционной программы установить 172 прибора. 127 прибора, прошу прощения. На сегодняшний день мы установили 57. Вот, и в первую очередь отсутствие финансирования и достаточно тяжелое положение по финансам нам не позволило приобрести вторую часть партии приборов, это 72 прибора. Но я думаю, что в ближайшие буквально две недели этот вопрос уже решен с помощью, значит, вас же, жильцов, которые платят за услуги, за тепловую энергию. И я думаю, до конца января вы все будете с тепловыми счетчиками. Я хотів би запитати, це мова йде про те, що ці лічильники будуть встановлюватися безкоштовно мешканцям багатоквартирних будинків. Так. Якщо не дійде черга, або зрештою мешканці захочуть поставити собі в індивідуальному порядку, як ця справа повинна оформлюватися, що треба їм зробити? Значить, я одразу скажу і проінформую всіх жильців, що согласно розпорядження Кабінету міністрів і Ради безпеки, значит, и Национальной комиссии по регулированию тарифов, значит, на следующий, на 16-й, уже на этот год, инвестиционная программа нашего предприятия предусматривает установку оставшихся на наших объектах 291 счетчик. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас обратно будут скептически к этому относиться, но поверьте, эта задача поставлена государством, в первую очередь премьер-министром и кабинетом министров. Значит, это инвестиционная программа уже на 16-й год. Сейчас проходит согласование, значит, в областной раде и в мирской раде. Поэтому я думаю, что в ближайший месяц, я думаю, до где-то февраля она будет утверждена, и мы перейдем плавно к выполнению инвестиционной программы и установки оставшихся 291 прибора учета. Дякую. Ну и в продолжение цієї теми, как показывают ваши розрахунки, как відрізняється теплоспоживання будинків, які мають тепловий лічильник і які його ще не встановили? Це, зрештою, прилад обліку, але не... Значит, всегда всех интересует этот вопрос. Значит, разница между тарифом и разница по тарифу по прибору учета. Да, значит, как показали первые месяцы ноября, значит, разница наблюдается где-то в порядке в 2-3 раза. Но на сегодняшний день по декабрю тариф по теплосчетчику и тариф, который есть за квадратный метр, он примерно будет, ну, выравниваться, будет одинаковый. Если, например, в многоквартирном доме тариф по квадратному метру 17 гривен, то по теплосчетчику в декабре в некоторых домах было 12 до 13. Дякую за коментар. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі, говоріть. Здравствуйте. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, коли запишеться цей бедлам? Риторичне запитання, ми його не зрозуміли. Сформулюйте, будь ласка, його більш коректно, і ми з радістю його вислухаємо. Отож, наслідки року ми зрозуміли, про перспективи року 2016-го ми продовжимо з вами бесіду. Я от тут би хотів додати по тепловим счетчикам. Дійсно, тема дуже актуальна, вона дуже цікавить жителів, і ми це розуміли одразу ще от в кінці прошлого отопительного сезону. Тому і націлювали підприємство на те, щоб
максимально выполняла эту программу и заходила к потребителю и выставляла счетчики тепловой энергии для обеспечения в первую очередь социально справедливых расчетов. Мы сегодня не говорим мало, много и так далее. Вот сколько потребили за то и рассчитались. В чем особенность вот финансового состояния предприятия и почему они не успели своевременно, скажем так, мы это признаем и они это признают. Но все, вот мы единая территориальная громада. Все зависит, опять же, от этого финансового ресурса. Если у нас в 2014 году в летний период предприятие могло 100% денег, которые пришли на расчеты, да, использовать, то вот в 2015 году и на протяжении летнего периода действовал алгоритм отчисления денег на спецсчет для расчета за газ. Вот поэтому практически на сегодняшний момент предприятие на 97% рассчиталось и 70%, даже 72% своих оборотных средств отдало за газ. Таким образом, действительно была проблема в обеспечении вот комплекса этих работ. Но сегодня была селекторная вице-премьер-министра Зубко. Задача поставлена и Минрегионом, и правительством о том, чтобы к началу следующего отопительного сезона, то бишь 2016 года, значит, полностью 100% было обеспечено учет тепловой энергии в многоквартирных домах, которые обеспечиваются централизованным теплоснабжением. Давайте сделаем паузу. Послухаємо нашого глядача. Вітаю вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо. Скажіть, пане Густа, ми, як жильці вдома, рішили купити самі собі щочик. Установили його. Його пломбірували. Вроді би все нормально було. Нам подається тепло, але в связи з тим, що на вулиці було тепло, у нас щочик йде з регулятором температури. Ми його уменьшили. Ни с того, ни с сего работники облтепла пришли, опломбировали. Акта о пломбировке нам не оставили. На каком основании это было сделано? Спасибо за ответ. Точковое запитание, прошу. Значит, уважаемые жильцы, отвечая на этот вопрос, я хочу начать с того, что установка прибора учета ведется на основании технических условий и проектной документации. Значит, если вы, уважаемые жильцы или те, кто владеет счетчиком, откроете проектную документацию и посмотрите, что у вас там прописано, то вы увидите, что те шаровые краны, которые вы используете и называете их сегодня регуляторами, это всего лишь запорная арматура. Эти краны существуют для того, чтобы, если прибор учета выйдет со строя, технически снять его в момент отопительного сезона и не дать системе отопления, значит, прерваться в работе. Вы на сегодняшний день используете шаровый кран как регулятор потока теплоносителя. А это категорически запрещено правилами эксплуатации узла коммерческого учета. Не забывайте, пожалуйста, что это узел коммерческого учета. Это такой же узел коммерческого учета, как по газу, по электроэнергии, по воде, в который вмешательство в работу этого узла учета запрещено. Поэтому я еще раз вас подчеркиваю и говорю, что на сегодняшний день для того, чтобы не произошло технологических и техногенных катастроф на сетях, на котельных, в связи с тем, что на многих домах жильцы домов прикручивают шаровым краном поток, закрывают, и это приводит к разбалансировке системы, принято решением руководством ОКП «Миколаевоблтеплоэнерго». Шаровые краны, которые служат для технических нужд, подчеркиваю еще раз, для технических, значит, опломбировать в одностороннем порядке. Сподіваюся, ви отримали відповідь на ваше запитання. А тож, ну от, якщо дозволите, Олександр, здесь надо добавить, потому что действительно есть по ГОСТу запорная арматура, есть регулирующая арматура. Но я бы хотел сказать сегодня не о том. Опять же, вот если говорить об итогах года. Вот, говоря о финансовом ресурсе, вот, необходимо подчеркнуть, что вот в ушедшем 2015 году наши владельцы 1618 квартир, домов и так далее вложили в мероприятие по энергосбережению 20 миллионов гривен.
Это Властных денежных средств. Путем привлечения кредитных ресурсов, вот через Ощадный банк, у нас их три, ну это основной Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Это мероприятие. Если мы говорим о том, что мы хотим экономить тепловую энергию в доме, да, думаем, а как утепляться. Второе, мы не должны забывать, что у нас есть отопительный прибор в квартире, а на отопительный прибор в квартире дома для того, чтобы регулировать потребление температуры, ставится обыкновенный регулятор. И вот тут, когда мы говорим, посмотрите внимательно, когда установлен ваш счетчик, а он рассчитан проектно по диаметру, то этот диаметр уже в несколько раз, как минимум в два раза меньше того трубопровода или ЖК отопления. Таким образом, прикрывая, уменьшая поток, мы волей-неволей ухудшаем какие-то условия отопления конечных потребителей. Если это нижняя разводка, значит страдает верхняя. Если верхняя, то совершенно наоборот. И вот здесь вот происходит совершенно, опять же, внутри дома несправедливое распределение физика, вот этой тепловой зверху энергии. Холодно, внизу, зрозуміло. Тобто це недопустиме втручання, так розумію. Давайте поговоримо, продовжимо цю тему, як можна зекономити на комунальних платежах, на житлово-комунальних послугах, на тепло. От ви вже торкнулися цього питання. Наскільки це дорогий процес, наскільки він актуальний, як воно буде проходити на підприємствах комунальної сфери і для індивідуальних користувачів, хто за що повинен платити? Ну, таке об'ємне питання, думаю, буде вам що сказати вдвох. Я хочу сказати следующее. От якщо ми зараз от немножко коснемося перспектив 2016 года, то мы должны понимать о том, что одной из основных задач у нас будет стоять задача реализации закона Украины про особенности прав собственности в многоквартирном доме. УСМД. К чему это я веду? К тому, что государство уже задекларировало, что с 1.07.2016 года собственники жилья, а мы практически все приватизировали квартиры, должны будем выбрать дальнейший путь содержания своего многоквартирного дома. То ли путем создания ОСББ, то ли путем привлечения какой-то управляющей компании. Как показывает практика, а у нас ОСББ уже более 1000 в области, уже практически четверть жилья у нас, многоквартирного жилья в состоянии ОСББ, то действительно мероприятие и поддержка со стороны и местных органов власти, и консолидация жильцов, и участие в программах проооновских позволяет привлечь тот финансовый ресурс на утепление, на энергосбережение. Я имею в виду, это и замена окон в подъездах, это и освещение в подъездах, это и изоляция, это и кровля. Ну, комплекс работ и вот те, вот, как мы говорим, индивидуальные тепловые пункты, которые позволят нам вот именно достичь качественной регулировки с погодным управлением через соответствующие приборы. Тогда, да, это будет действительно энергоэффективно. И сегодня нарабатывается программа, учитывая вот такой всплеск активности населения в минувшем году и задачи вот по созданию ОСББ, сейчас разработана уже практически программа поддержки ОСББ в 2016 году. Мы ее будем выносить на рассмотрение депутатов областного совета. И именно на мероприятие по энергосбережению будет выделяться финансовый ресурс как из областного бюджета. И мы рекомендуем всем нашим городам, районам также предусмотреть на эти цели соответствующий финансовый ресурс. Я тут добавлю, что вот активно у нас эта программа реализуется и в городе Николаеве, и более 4 миллионов гривен только вот на поддержку ОСББ было направлено в прошлом году. Необходимо сказать, что вот город Николаев тоже за счет собственного ресурса 138 приборов тоже установил тепловую энергию. Это ни много ни мало, это почти 8,5 миллионов гривен. А на 2016 год мы, вот в частности, по городу Николаеву эта цифра будет достигать около 20 миллионов гривен именно на приборы тепловой энергии. Там тоже серьезную такую поддержку будет оказана. Так что я думаю, что вот, мы должны добиваться всего совместными усилиями. И то, что мы говорим сегодня, итоги года, они же имеют и другую сторону. Потому что сегодня задолженность населения, если мы на начало сезона имели порядка 215 миллионов гривен задолженности за услуги ЖКХ. Да, загально, вместе с
учетом даже газа и так далее, то мы сегодня уже перешагнули порог 250. То есть мы понимаем, что зимой это стандартная ситуация, бывает прирост, летом мы рассчитываемся лучше, но я в принципе не могу сказать и предъявить претензии к людям, потому что люди действительно нормально рассчитываются. Мы должны вспомнить еще о том, что механизм субсидии, вот, который, как мы говорим, вот 56 миллионов гривен было направлено денег как раз вот на оплату субсидий в тепловой энергии, в воде. Это тоже колоссальные деньги, которые направлены в конечном счете на достижение экономического эффекта. Ну и правильно будет сказать, если вот мы вступаем в диалог с потребителем, что да, действительно, сегодня много мы слышим из экрана телевизора и так далее о перерасчете. Все это имеет место. Сегодня была селекторная нарада, опять совещание, которое, я говорю, тоже один из вопросов. И уже поставлена задача тепловым организациям, начиная с 19 декабря, производить перерасчет стоимости услуг в зависимости от температуры наружного воздуха, да, наружного воздуха. Поэтому это будет выполняться. Вот мы с облтеплоэнерго так вот предварительно прикинули объем этого ресурса. Он тоже ни много ни мало, но 500 000 гривен надо будет производить вот такой перерасчет. Но, опять же, как мы говорим, вот 630-е правила и так далее, они говорят, перерасчет будет произведен там, где есть мероприятие по утеплению. То есть окно должно быть утеплено, либо стоять какое-то энергетическое. Конечно. Ну, собственник должен показать, что он тоже делает в этом плане какие-то шаги. Дякую. Я тут роблю певні помітки по ходу вашої бесіди. І хотів би запитати, щоб ви розповіли нам конкретніше про цей закон, який влітку зобов'язує всіх мешканців утворювати ОСББ. На яких умовах це буде робитися? І чи є дійсно альтернатива? От ви сказали, що буде якась, якщо мешканці об'єднаються. Я просто знаю історію життя, коли одна мешканка звернулася. Каже, у нас половина мешканців пенсіонери, а половина мешканців молодь. І вони ведуть себе в цьому плані дуже інертно. Тобто їм на допомогу фактично прийде та ж сама компанія, яка буде призначена міськвиконкомом. Чи не буде це та ж сама історія з ЖЕКами, деяких дуже багато нарікань. На яких умовах взагалі буде створюватися цей перехід? Оцей момент дуже цікавий. Смотрите, от в этом вопросе, сколько он уже существует, это уже полтора десятка лет, как есть скептики, так и есть позитивно настроенные люди, которые выполняют это, делают. И вот я в который раз опять повторюсь, что, пожалуйста, у нас, наверное, одними из первых на Украине есть такие города, как Баштанка, как Новая Одесса, где 100% многоквартирный жилой дом уже десятилетия существует в ОСББ. Это не один, не два, не весь город в состоянии ОСББ. Первое, что вот, как мы ощущаем, хорошо это или плохо, оттуда практически нету обращений граждан по тем или другим вопросам. Да, хуже всего где? Где есть еще какое-то качество услуг, еще кому-то можно позвонить, сказать, чтобы приехали то или другое сделали. Но, тем не менее, опыт у нас в области, я считаю, что колоссальный, поэтому мы рекомендуем, вот кто будет, если надо, у нас есть и ассоциация, и городская, у нас есть рабочая группа областная, пожалуйста, давайте будем вместе в этом направлении двигаться, надо будем организовывать выезды, поездки, просто чтобы люди своими глазами видели, что происходит, ну, в соседнем городе. Но закон говорит об одном, что да, прежде всего люди должны для себя определиться, либо они берут самостоятельно его. Теперь закон позволяет, как бы такая вот услуга, скажем так, именно функции ОСББ выполняет конкретно по обслуживанию дома. То есть, если раньше это только управление, то теперь уже и со степенью обслуживания этого дома. Хотя это не исключает. Люди в первую очередь, что такое ОСББ? Надо объединиться. А потом, обладая определенным финансовым ресурсом, вы можете любую подрядную организацию нанять. А подрядчиков у нас много, поверьте, это не просто ЖЭК, это любая нормальная строительная организация, любой формы собственности, если это нормальные квалифицированные люди, она сможет выполнить любую работу по дому. А как с тарифом тоді бути, как изменятся тарифы? А вот в тарифе, вот к чему ведет же политика государства, никто не будет утверждать тариф. И тарифа как такового не будет. Будет стоимость в удельном весе занимаемой площади по содержанию этого дома, то есть эквивалент, внесок так называемый, согласно своему имуществу в доме. Это будет приниматься общим собранием.
общим собранием. Хватает для каждой гривны. Это будет да. своего рода индивидуально. Если мы хотим откладывать там в резервный фонд, да, это будет 2-10 условно. Если хотим мы только жить в текущем состоянии, да, это будет чуть меньше. Но если мы думаем о том, что надо кровлю сделать, может быть, какой-то солнечный коллектор поставить клуб для горячей тоже. Воды, ну и все что угодно, то тогда надо будет резервировать, аккумулировать деньги и потом решать какие-то задачи. То есть здесь вот государство уходит от вопроса тарифа образования. Вы собственники, вы себе определите. Но вот здесь, когда будет этот финансовый механизм не обезличен через жилищно-коммунальную услугу и будет акт выполненных работ с конкретной подрядной организацией, это степень как бы ответственности за конкретную выполненную работу, она очень возрастет. Другое, если люди такие, а такое может быть, как мы говорим, старые пенсионеры, вот, скажем так, 70-квартирный, 100-квартирный дом, это более-менее проблем нет. Хуже будет, когда 12, 18, 24 маленькие дома. Закон позволяет в группу их объединить. Но и даже тогда, если люди не объединились, да, тогда остается опять прерогатива местной власти предоставлять по конкурсу определенную управляющую компанию. Дякую. Я думаю, що це буде темою нашої наступної бесіди. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпан. Ви дивились програму «Гаряча лінія». З вами був журналіст Олександр Молодцов. На актуальні питання житлово-комунального господарства нам розповідали Євген Гладков, начальник управління ЖКГ Миколаївської облдержадміністрації, і Віталій Бородін, головний інженер Миколаївоблтеплоенерго. Дякую вам за коментарі. Дякую вам, що приєднались до нашої бесіди. До зустрічі в ефірі.